Что такие долгие? Идите. Куда идти? Все, стоять! Бежите! Никто не двигается. Где деньги? Все нормально, шмонай дальше. Иди обыскивай. Деньги у нее. Обыскивай дальше, товар должен быть здесь. Чисто. Да ты еще один с татуировкой! Вали его нахрен! Обыскивайся! Он пуст. Товар должен быть здесь, идите дальше. Да не причастен, ты все равно сядешь. Мне нужны были деньги, иди. Сядешь у меня все равно. Товар здесь! Работали коррупционные схемы. Дай Богу, вы не взяли. Там ровно сосет варю. Нет, ее отчислили. А Васильев? А, неизвестно. Он умер, наверное. Так, всем привет, ребята. Сегодня у нас история фото, первый зачет получаем. Мы сняли супер-видеофильм, вот. И нам автомат поставили. Пам-пам-пам, капиндос, белый капиндос. Я не пропил деньги, я купил капиндос и тут шаха еще. Парни нормально на стиле, а там еще кто-то сидит. Ребят, зацените, нас снимаем. Давай, я сниму. Чам, я все время снимаю, кто-то, если что. Дай еще руку. Я спрячусь под кепку. Да. Вместе или потом поделимся? Поделимся. Вы шарите в хайпе? Не очень. Можно еще на мойте? Да, нормально. С друзьями. Видос попадут. Давай. Прикольно. Че, передавайте приветы. Привет лайк, Матвею. Подписывайтесь. Матвею Демченко. О, Стасу. Бак. Стасу Бикову. И Артему Бикову. Пока. Я на погоду. Не курите. Курить, курить вредно. Красавчики. Я хочу передать привет Алексею Семяшкину, своему брату. Возвращайся из армии побыстрее. А он в армии? Да. Скажите, турники сила. Турники сила. Турники сила. Сломалась прямо на МКАДе, перед въездом на МКАД и после выезда с МКАДа. Потому что на МКАДе всегда ехал, а вот на светофоре я заглох перед въездом на МКАД. И сейчас на повороте с МКАДа заглох тоже. Вот, качусь. Я просто качусь, ребята, потому что тут горка, я ее толкнул и качусь сейчас. Вот. И главное мне докатиться сейчас вон до тут, до моего района. А там уже видно будет. Это пипец, ребята. У меня фильтр надо менять. Вот. Свеча одна не работает, или даже две. То есть очень все плохо. Но я вроде качусь. Сейчас я в горку эту не заеду, скорее всего.
это пипец. Это вот это экшен. Жига сломалась, на МКАДе будет влог называться. Вот так вот, ребята. Главное сейчас докатиться, и все. А у меня машина сломалась. Через месяц снова. Короче, сейчас Ваня ехал. Ваня ехал долго. Ваня ехал. Почему долго? У него сломалась машина. Сейчас мы ее толкали. До этого мы ее толкали, когда ехали снимать Ване шикарную курсовую. Вот. Собственно, когда Ваня возвращался, увозя обратно ребят в универ, он возвращался, и в очередной раз у него заглохла тачка, и вот сейчас мы ее толкали. Вот, сейчас Ваня говорит с бабушкой, это очень важно, поэтому я похожу по дороге и посмотрю, как машины ездят. А вон, ребята, и рассвет, а вон и птички поют. 2:20 у нас на улице. Вот такая вот красота. А я спать. Мы сегодня сняли курсовую работу, и я очень рад этому. Мы вчера меня не очень удачно подстригли, не получилось у нас. Но это очень долго самому стричь, ребят, поэтому вот тут вот что получилось. Чуть-чуть выбрито под 9 мм. Пошел стричься. А еще сегодня у меня зачет по английскому. Ваня Мандарин нормального человека. Ваня Мандарин курильщика. Я подстригся под 9 мм для съемок в курсовой работе моего одногруппника. И теперь я вот такой какой лысый и вхожу в кепки. Вон пацаны на гироскутерах. Зацените, какой четкий двинарь на дисках. Красота-то какая. Это какие у нас диски? R14. Ну как он четко выглядит с тонером. Эх, мне бы такой, я бы не менял машину даже. Митя купил себе пистолет. Сейчас будет засовывать пульки. Обойму заряжать и стрелять по нашим одногруппникам. Выйдет из завода. Поздравьте меня, я сдал зачет по английскому. Но у меня отходят провода свечные, и надо менять вот фильтр, вот этот, этот хвостового хода датчик. И еще что-то. Вот, ну и вообще всю проводку. Ты что, лухнула уже, не? А? Ты трезвая? Конечно, что. Ну ладно. Короче, ребят, мы на пустыре. Снимаем курсач. Конечно. Это пипец просто, это пустырь вообще, пустырь. Ваня, эта штука убирается? Да, 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 да. Когда вызвали ментов. Ты... А я видеоблогер. А ты тоже видеоблогер? Да, я... Шедевр, немного, конечно, да, я подстригся сегодня. Все, ребят, мы отсняли. Также машина не починилась, не остыла. Три, и работает. Ну, короче, ладно, я поехал, пока не заглохли. Сейчас будем выезжать. Ребят, все-таки, короче, у нас не задача. И... это зря мы делаем. Ой, как кораблик. Задача такая, то что я мало газа давал, и она все-таки заглохла. Потому что надо газовать прям максимально. У меня машина так и не завелась. Без 10:05 утра. Я ее толкал по всяким районам, тут уличка, улиц. Я искал место, куда ее припарковать, чтобы оставить ее и поехать домой. Через час автобус первый. Это жесть. Через час только первый автобус мой. Я пойду пешком до дома. Мой тазик умер. В общем, я не знаю, сколько он там простоит. Он не заводился, а потом у него еще и сел аккумулятор.
Надо новый аккумулятор привезти, либо прикуривать, и новые свечи, потому что, скорее всего, я залил свечи. Отечественный автопром – это плохо. И немецкий автопром старый – это тоже очень плохо, потому что вы устанете его чинить. Я вам советую японский автопром покупать, чего я и сам сделаю. Что я и сам сделаю. А сейчас я иду домой. Время на часах 5:23. Как буду подходить к дому, включу запись. Все, ребят, я дома. Так вышло, что первый рейс автобуса был в 6:22. А я вышел, решил не ждать его и вышел в 5:20 в сторону метро. И 1:20 шел до метро, и автобус меня все-таки догнал и обогнал мой, который в 6:20. Вот, возле метро прям. Хэштег Жига живи, таз живи. Сейчас вот купил. Буду кушать, потому что очень хочу есть, потому что не ужинал. И спать буду. Часика 3. И потом мне к 12:40 на зачет. Вот такая вот жизнь студента, ребят. Во время сессии. Кайф. Я снова на скутере. Через 20 минут пара. Машина в жопе стоит. На автобус ехать час. Не вариант на общественном. Так что я на скутере. Стоит тут, кстати, пятнашка заброшенная. И моя будет стоять теперь. Не, ну завтра я сейчас увезу на скутере аккумулятор. И все-таки ее заряжу, возможно. Заряжу аккум. Вот. Это, конечно, очень весело, ребята, иметь Жигули. Влог просто очень насыщенный. Для меня эмоциональный. Это Ваня Мандарин, ребят, ничего лишнего. Это нормально. Так, ребята, сейчас перед вашими глазами Митя будет впервые кататься на мопеде. Ну, как раз для тебя он сейчас не прогрет. Ой, бля. Ну, я поехал. В магазине я почему-то никогда не беру с собой ни тележку, ни коляску, вот, и вот так ношу все в руках. У меня просто еда полностью закончилась, ребят, я вот купил себе 7-Up, пельмени и роллтон, и сухарики по акции. Как вы видите, пацаны, я на автобусе теперь езжу. Жига тут стоит. Так, хэштег ТАСС живи.
Сейчас заводить даже не буду, аккумулятор сел. Я на скутере вчера увез аккумулятор, зарядил его. Осталось сходить за свечами, потому что я был вчера не в состоянии куда-либо идти. Я в Ашане куплю свечи сегодня и привезу аккумулятор вместе со свечами, и мы ее заведем с вами. ТАСС, живи, хэштег, короче, пишите в комментариях. Передаю привет Никите Белянину, передаю привет Кристине Лебедевой, привет передаю Ивану Паникарову, привет передаю Никите Гафарову, передаю привет Юрату Бикулову, передаю привет Мэтью Гришину, передаю привет Визиру Мирзаееву, передаю привет Неважно, передаю привет Алексу Ковалеву, передаю привет Мерхату Жахееву. Огромное спасибо, ребят. Давайте побольше репостов, репостите этот влог. И получите привет в следующем видео. Вот, следующее видео обзор на Lexus. Вот, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка в описании. 150 лайков и выпускаю обзор на Lexus. Всем удачи сдать сессию, кто учится в универе. Всем удачи получить высокие баллы по ЕГЭ и по ГИА тоже. И всем пока.